Всем привет! С вами Линк, вы на канале Гильдия Леммингов. Сегодня рубрика Cool Stuff. Ребят, сегодня хочу показать вам мечту каждого, ну почти каждого геймера, кто играет в сетевые игры с конфой, так сказать, так называемой конференцией. В команде это может быть Dota, может быть Counter-Strike, может быть там, ну что угодно может быть, где вы с друзьями, с вашей командой воюете против других противников, других игроков, и где очень важно быть на связи, получать информацию, и это является залогом победы. Ну, не считая скилла, конечно. Ребят, сегодня вот такие уши хочу вам показать. Это... ну, я считаю, чуть ли не профессиональные геймерские гарнитура от фирмы Plantronic. Plantronic Gamecom 380 они называются. Вот, сегодня у нас анбокс и небольшой обзорчик. Чем же хороши эти уши, ребят? Да всем. Это всем, чем можно, все плюсы собраны вот здесь. Единственное, смущает немного цена. Она составляет порядка $40 за вот эти ушки. Но, как я вам сказал, плюсы, которые дают эти уши, они того стоят. Давайте посмотрим, что обещают нам за эти деньги, ребята. Посмотрите. 2-метровый кабель с разъемом 3,5 мм, это мини-джек. Спикер сайз, это диаметр вот этих вот мембраночек, то есть 40 мм, это значит, что у вас будут хорошие низа, то есть хорошая слышимость в низком диапазоне частот. Вообще звуковой диапазон у него воспроизводимых частот стандартные, вай-фаевские, от 20 до 20 тысяч герц. При этом микрофон, ребят, очень важно, что в этой модели одно из, так сказать, всех преимуществ этой модели является микрофон. В чем прикол? В том, что микрофон узконаправленный и воспроизводит только голосовые частоты вашей речи. Вы, наверное, сталкивались с такой ситуацией, когда вы влетаете в конфу, а вслед за вами влетает шум, фон, там, дрель соседей, крик мамы с кухни, и, я не знаю, там, хрумканье, чавканье, там, бурундука где-нибудь там в другой стороне комнаты, там, в вазочке, в аквариуме, я не знаю, крики рыбок на фоне всего остального. В общем, все это влетает в конфу и просто разрывает уши и мозг вашим коллегам, так сказать, по оружию. Вот эта вот вещь уберет все это дело и сделает вход в конференцию просто королевским, ребят. Вы не будете слышать всяких шумов, не будет фона, будет слышна четкая ваша речь, любое слово. Вот, если вы, конечно, не шепелявите там и так далее. То есть вот эта штука сделает идеальным звук для вас. Плюс, ребят, ну, очень многие обзорщики, очень многие ребята, которые пилят обзоры по играм, содержат игровые каналы, пользуются вот этими вот ушами. Вот. Причем не просто какие-то начинающие, а профессионалы, там, ну, не буду называть имена, в общем, пользуются. Давайте посмотрим, что там внутри, да. А, ну, коробочка. Все время забываю за коробочку, ребят. Plantronic — это китайская контора. Вот, ну, по крайней мере, так написано. Made in China. Вот. Printed China, все сделано в чайне. Но, тем не менее, сделано классно. То есть, действительно, хоть и сама коробочка такая не фонтан, обычный Slim Box, вот, но он такой качественный, знаете, бывает некачественный, полиграфийка такая,
Здесь видно, что ну вещь как бы приятна. Такая приятность. Так, так, так. Стереогарнитура. А, да, двухгодичная гарантия, ребят. То есть, если это кому-то о чем-то говорит. 2 года гарантии. Сейчас, не знаю, даже на телевизоре редко такие вещи дают. Шучу, конечно, но все-таки сравните телевизоры и наушники. Естественно, это разные вещи. И получить такое на уши просто мега приятно. Давайте глянем, что внутри. Сейчас я попытаюсь так ее открыть. Ну, боюсь. Нет, она открывается. Так, кошелечек. Сюда она просто вскрыл. Yes. Так. Сами ушки. Вот, бокс пустой, бокс совсем пустой. На боксе такая голограммка от Plotronic, написано оригинальная продукция, написан сайт, можете зайти посмотреть. Это не предел мечтаний, кстати, ребят, 40 баксов это соотношение цена-качество, ну как обычно я показываю в своих обзорах. Я не пилю самое дорогое, не показываю откровенное фуфло. Я нахожу что-то такое, что достойно внимания при оптимальной цене. И только после этого вам это все дело показываю. Так. У нас есть Get Started. С названием. Бум-бум. Как подключается, что... Регуляторы, кстати, вот забыл сказать, регуляторы громкости на самом ухе, это тоже приятно, и микрофоны, и всего остального, ну, в общем, гарантия как гарантия, да? Что на ней смотреть. Подложка, все такое оранжевое, как апельсинчик, с черными вставочками, очень приятно сочетание. И что у нас здесь есть? Давайте поглядим. 2-метровый шнур, как обещали. Шнур невероятно приятный. Я первый раз вижу такое вот сочетание, я не знаю, резины пластика. Ну, естественно, сделано, чтобы он служил очень долго и очень долго не протерся. Концовочка, переход на 2 тюльпанчика. Если бы еще сделали эти 2 тюльпанчика на таких же проводах, было бы вообще шикарно. 2 стерео джека, как вы видите. Один нарисован микрофон, на другом нарисованы наушники. Оба заходят в звуковую карту, я подозреваю. Вот. И все, вы наслаждаетесь звуком. Наушники не очень тугие. Забавно так балансируют. Ага, есть, так сказать, видите, фиксаторы положения, чтобы они у вас не крутились, в одном положении зафиксированы. Сверху GameCom, такая надпись, не знаю, зачем вот эти 2 штуковины, давайте снимем, да, зачем они нужны. Вряд ли они тут для красоты. Ну, возможно, это в коробке, чтобы не потерлись. Или этими местами они крепились в коробочке. Поэтому производитель вот так предусмотрительно защитил их. Вот такая вот какая-то бархатистая ткань. Я не знаю, что это. Микрофиброчка, либо это какой-то такой вот... Очень похоже на материал, который на микрофонах. Либо на колонках, знаете, вот защищает их. Вот он очень мягенький, приятный, видимо, сделанный для того, чтобы при долгом сидении в наушниках они впитывали все выделения там пота, я не знаю, чего еще может быть в себя. И позволяли вам комфортно себя чувствовать. Но я подозреваю, есть минус, что пыль будет очень здорово собираться на этой штуке. Просто, я думаю, моментально
будет собираться, и придется вам ее чистить. Ну, я думаю, ленточка скотча в виде эпиляции, там, фук-фук, решит эту проблему. Вообще я ее не вижу. Регулировка включения-выключения микрофона, регулировка звука на самом наушнике, на левом, получается, да? Да. На левом ухе, поскольку микрофон отводится и работает вот так. Ну, микрофончик приятный, вот эта часть вся, ребят, вот эта часть, она прорезиненная, полированная, кусочек пластика на конце. Вот, а все остальное резиночка. Вот сам микрофон, смотрите. Я слышал наушники в работе, это, ну, до наушников и после наушников. Это просто потрясающая разница. Он фильтрует даже ваше дыхание, ненужное никому в конференции. Если вы слышите, у меня проблема, я дышу в микрофон, поскольку очень близко он расположен. Вот этот микрофон, он фильтрует все вот эти ахи-вздохи. И человек, который на другом конце провода, он не слышит ничего из этого ненужного мусора. Вот, собственно говоря, этим наушники и привлекли, поскольку я собираюсь ввести новую рубрику по играм, по обзорам и так далее. Я думаю, они мне пригодятся. Ну, по крайней мере, попробую. Вот, нет, так, ну, это отличные стереонаушники. Не будем об этом забывать. Внутри сетка тоже защитная. Если вы видите, от всяких там пыли и так далее. То есть наушники закрытого типа. Я думаю, вы очень удобно будете слышать. А ну-ка, сейчас я надену, я извиняюсь. Буквально секунда. Я хочу послушать, как они дают звукоизоляцию. Звукоизоляция есть. Сразу вы высокие частоты вообще не слышите. Никакие низы и средние голосовые проходят нормально. То есть не полностью глохнете. Будете слушать окружающих, но при этом лишние шумы, они обрезаются. В общем, неплохо. Вот, надписи такие, как Platronic. Вот, металлический такой вот корд. Регулировка по высоте. Вот, плюс он еще, видите, есть регулировочка такая плавная самого уха. Вот, регулировка по оси, так сказать. Вот, подушечка очень удобная, из того же материала, что и вот эти вот штуки. Не под силу мне запомнить название, как там, бушуры или как-то так они называются. В общем, вот эти штуки для меня как бы понятней. Один провод, то есть не два, один. Я тоже это очень люблю. Не люблю, когда оба провода свисают сверху. То есть люблю их минимум. Вот, ну, да, собственно говоря, все, что хотел показать. Ребят, если есть возможность, возьмите, не пожалеете. Если, в принципе, обходитесь без этого, так сказать, можно обойтись и без них, обычными, дешевыми, так сказать, недорогими. Есть очень большая линейка наушников, которые позволяют свободно себя чувствовать. Я не могу использовать их все, и не с чем мне сравнить, ребят. Но общаясь с людьми, читая отзывы, дешевые наушники, дешевая гарнитура, так сказать, вы же понимаете, ну, деньги платятся не просто так. То есть это качество звука, это направленность микрофона, это, ну, в общем, ваш комфорт в игре. Если есть возможность, мой вам совет — купить. Нет, так компенсируйте скиллом, ребят, с хорошим скиллом. Ну, зачем вам классные наушники, правда, вас и так возьмут в любую конфу, в любую пати. Ну да, с вами был Линк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.